Привет всем! Сегодня лодочная рыбалка, одно небольшое озеро в черте нашей Ростовской области. Значит, здесь водится судак, окунь, щука. Здесь есть кос, есть заводи щучьи, где глубина 1,5 метра и трава из водорослей. Вот, ковром прямо настилается. Есть и глубины, доходят до 12 метров, поэтому здесь сначала буду облавливать глубокие места с косами в поисках судака и окуня, а потом переключусь немножко на ловлю щуки в заводях. Вот, как видите, вот такая вот водоросль ковром прям лежит. Вот, и буду эти части облавливать воблерами поверхностными или блесенками. Оставайтесь со мной и увидите, что из этого выйдет. Ну что, проводим первый заброс. Встал на глубину сейчас. Подо мной 1,7. И в озеро идет резкий свал до 8 метров. Сейчас попробую облавливать эту бровочку. Вот поставил грузик. Чебурашку разборную 10 грамм. И пассивную приманку. Хочу попробовать пассивной приманкой. Она всегда выручает. Не всегда рыба хочет гоняться за активной приманкой, за твистером или виброхвостом. А пассивку, в принципе, всегда кушает. Спиннинг у меня сегодня Аяши Маха Next. Рост у него 2,20. По-моему, тест 3,15. Но ее можно очень сильно перегружать. Я пробовал плавные забросы и 22-граммовой чебурашкой. Но это очень плавный заброс. И она, в принципе, не проваливается на проводке. Все отлично проходит. Тяжеловато, конечно, но она с этим справляется. Поэтому я ее сегодня взял, чтобы, если что, была возможность перегрузить палочку таким утяжеленным джигом. То ли цепляется за водоросли, то ли маленькая какая-то рыбка подергивает. О! Окунь в пол воды взялся. Тут 1,5 метра получается глубина прям под лодкой, и он поднялся. Интересно, не хочет на глубине держаться, на бровке. Да, это окунь, видимо, там щиплет. Есть. Есть рыбка. Небольшой окунь. Даже не окунь. Даже очень огромная щучка. Вот такой вот детеныш на бровке. И захотелось ей укусить такого червячка, пиявочку. Ай, аккуратней. Я тебя освобожу, малявочка. Какая прыткая. Вот такой вот шнурсон, карандашик маленький.
Мелкий окунь. И ничего покрупнее нет. Еще один заброс вот в то место. Была поклевка. Есть рыба, сидит. Небольшая рыба какая-то, да. И сошла. Нет, сидит, просто на меня пошла. Интересно, кто это такой. Ну, не особо сопротивляется. Тоже, видимо, небольшая рыбка. И тоже гигантский шнурочек. Там, как видите, остров заканчивается. Идет такая коса водоросли. Видимо, на бровке держится вот такой вот детский сад. Ой, куда ж ты? Прямо в лодку. Плыви. Сейчас стал немного больше в глубину. Вон он берег. Коса передо мной проходит. Буду бросать больше в берег. Затаскивать на косу. И потом с нее немного стягивать. Была поклевка. Есть. Да, есть рыба. Как так? Окунь. Это, видимо, окунь взялся. Двадцать два грамма его не смутило. 7 сантиметров приманка тоже. И целая стая. Целая стая еще его сопровождала. И подо мной глубина 10 метров. 10 метров глубины. Это, конечно, очень интересно, что он тут пол воды делает. Что тебе здесь надо? Вот такой вот небольшой окушочек. Пиявочки, вот она пиявочка. Что ты делаешь в пол воды, мне интересно. Сейчас мы это, кстати, проверим. В пол воды он находится или же нет. Проверять я это буду очень таким интересным воблерочком. Специально для этого приобретенным. Он идет, по-моему, где-то 2,5 метра у него заглубление. Как раз и проверим, окунь в пол воды или это он такой сумасшедший с меляка поднялся сюда, пришел к лодке. Просто на джиг сопровождало прям штук 6-7 окуней. Поднялись к лодке. Конечно, очень как-то необычно. Клевка и рыба. Да, окунь находится в толще воды. Это как-то странно.
отдай небольшой окунь и в толще воды. Негодяй глубоко взял тройничок задний. Надо его как-то аккуратненько так освободить. Вот такой вот небольшой кусок. В толще воды опять. Что тебе тут нужно, а? Интересно, а крупный окунь есть в толще воды? Будет? Есть. Контакт есть. Вот она, маленькая щука. Здесь она спряталась. Вот такой вот карандашик, который сам освободился. Есть. Что ж там за щука такая? Или это даже не щука? Это даже не щука. Это вот такой вот окушочек. Небольшой окунь. Кто-то сразу же сдалека. Окунь, наверное. Ну да. Окунь. Небольшой окушок. Только воблер приводнился. Пару проводок, пару поддергунчиков и все. И вот такой вот мелкий, но заглатывает.